Строительная готовность ЖК «Горизонт» в микрорайоне Чкаловский составляет 75%. Выполнены технические условия по подключению домов к инженерным сетям. Подведена теплотрасса, система водоотведения, также готова система вентиляции. Об этом рассказал застройщик на очередном строительном часе в администрации округа. Финальный этап работ – благоустройство – планируют начать в конце августа. У нас теплосеть подключена. Мы рассчитались с теплосетью. Обновил я, как Никита Александрович просил, все тех условий. Вот с водоканалом догонно-технологическое присоединение есть. На диспетчеризацию, на интернет, на телефонизацию тоже продлены все тех условия. Сейчас нужно бросить все силы на эти 3 месяца. Любыми уговорами найти подрядчиков в счет квадратных метров, либо еще в счет будущих концертов, там как угодно. Кроме того, в следующий вторник долгожданный газ в квартире получат жители дома номер 66Б по улице Фабричной в селе Трубино. По словам застройщика, регистрация права собственности уличного газопровода высокого давления и врезка в дом уже состоялась, и он готов в скором времени предоставить администрации округа все необходимые документы. Также дата пуска в газ в квартиру уже согласована с МОС «Облгазом». Регистрация есть? Да. Документы есть о том, что регистрация произошла? Конечно, у меня документы сданы. Никита Александрович, у вас есть? Нет, у нас нет. Копии, пожалуйста, предоставьте. Хорошо. Во вторник тогда, Никита Александрович, мне доложите, пожалуйста, пуск произошел газа в квартире имени. Екатерина Сусенко, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».